Сегодня мы играем дуо вместе с Винки и попытаемся выполнить челлендж Железного Человека в Fortnite. Юзаем только его айтемы, надеюсь, вы зацените. Смотрите ролик до конца, подпишитесь на канал. Ну и приятного просмотра. Погнали! Винки, а ты сможешь от своего лица записать? Я голый, не мытый, давай без моего лица. Не, ну так ты голый, не мытый, вот включай тогда. Посмотрим на тебя голого, не мытого. Давай без моего лица, реально. Ты думаешь, подписчики не оценят тебя голым и не мытым? Да, я сам себя не оцениваю. Ладно, давай, запускается игра уже. Сейчас игра запустится, что ты будешь делать? Кто его знает? Твоя задача всех уничтожать, унижать, распотрошать. Окей? Пока я буду выполнять челлендж, ты будешь всех, ну, вот это вот все, что я перечислил, окей? Okay? Попробуем. Потому что я твой предводитель. Я Тони Старк, а ты вот этот прихвостень. Как его там? А это все потому, что это... я... Ты Роуди! Ты Роуди! Ты смотрел Железного Человека вообще? Да, да. Вот ты Роуди, правильно? Ну, я не помню, как его там, наверное. А прикинь косплей реально, типа ты закосплеить Роуди. Каким образом его можно закосплеить? Ну, понял, скорее. Типа, блин, не хочу говорить. Да? Ну, я думаю... Ну да, ну я так в целом прикинул. Ты понял, да, как-то, ну, как бы, такой косплей, как бы, ну, за 2 рубля, который косплей. Оу, hell no! Так, ну что, тут можно сразу, наверное, на вендинговый автомат, да? Да, да, да. Оп, забрать синюю помпу. Ну, сами никакого не было, можно лутать спокойно здесь. Окей. Странно, что никто не упал реально. Это реально странно, да. Так, ну мне нужно что-то Железного Человека. А, вон вижу сундук. Так, сейчас тут Росомаха бегает. Что за прикол? Прямо вот. Да. Так, отлично, мне выпал щит. Щит есть, ну, уже хорошо. Да. А ты уже открывал сундуки? Я только один нашел и все. Но здесь должно быть где-то 5 их всего на локации. Нашел еще один сундук. Еще одна наводка, но я, наверное, пока себе возьму. Так, ну мне теперь нужно найти этот ранец реактивный. Я хотя бы стал железным человеком. И поехать в другую лок тоже, где их много, и там долутать. Давай, давай. Остатки. Блин, найти бы сейчас этот арсенал воителя. Угу. Было по кайфу, конечно. А он 100% откуда-то выпадает или нет? Нет, 100% нет. Он именно вот с этих ящиков, с каким-то там процентов 30, наверное, или так. Не знаю, лутались тут или нет, сейчас посмотрим. По-моему, не особо. Да, не лутались. Так, что здесь? О-о-о. Это прям с кайфом, слушай. Пошли в зону зачем еще. Да, гол. Я видел, можно щит кидать, типа, в сторону, и он, когда обратно летит, дамажит. Да. Это прям прикольная тема. Можно отсюда, давай ракеты. О, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, ну это прям 10-й сезон. Было бы кайфово, конечно, на ранцах туда подлететь. Вон чел, смотри, он прямо за деревом сидит. Вижу. Можно его, прям вот его сейчас за деревом отработаем. Белый. Найс. Нормально. Ну тут еще были типы, это прям вот 100%. Здесь были, вроде бы. Можем поехать пока дальше поискать. Крайне не все сидеть буду, я думаю, до конца. Надо найти себе 2 сранца. Два сланца надеть. Слушай, не, ну вот мне сейчас понравилось, там чел прям пытался изо всех сил, но мы просто его переиграли. А мы еще и вдвоем, ну в смысле, там вообще без шансов как будто. Да. Ну дамажат, кстати, а вот смотри, пчелы. Так уж и много. Не вижу. На метке. Сейчас где-то здесь будут. Под мостом где-то будут. Под мостом, по-моему. А, машина. Вон, на машинах я вижу. Один вышел. Белый. Нокнул. Добить. Он его увозит на крыше, реально? Давай за ними, я погоню. 71 по белому дал. Погоню. За елкой, там дуос. Погоню, давай за ними. Давай. Блин, как же ранца не хватает. У нас прям перед нами. Есть, нокнул? Я не пойму, где еще. А, снизу. Да задамажил? Он прям очень плохо делает. Убил? Еще работай. Работает турелька. Фу. Белый. Убил. Чего? Хорош. Где-то был? Есть, да, беру. Слушай, а эта штука нормально поддамаживала? Ну, вот это как... Котлетка, которая маленькая, как наводящаяся. Да, ну вот эта турелечка. Она нормально мне так под это... Нокнул? Вот здесь нокнул, типа... Я бы сразу туда пошел, потому что Никита агрессивный. Он прям на метке, за гору заползает. А вот. Не, наверху посмотрите мейта его, мне кажется, другие очень, нет? Задамажил. А, мне нечем хилиться.
Он меня задамажил очень сильно. Да я не понимаю, как он меня нокнул. Живи, живи, бро. А, на мне еще один. Это он и есть. А, это он? Что? Засейвись, плиз. Блин. У тебя есть эти... Стены, стены есть. Может, он отлетит первым? Хорош! Там аптечка была, да? Стены? Не хиль, не хиль. Вот здесь можешь садит. Ставь. Хилься. Может, он отлетит сейчас? Может быть, он должен отлететь? Давай, бро, давай. Сразу же воителем. Просто райт-кликом заспамишь. Да сколько у него хп? Какая-то падла. Сколько хп у чела? Падаль. Что у него? Почему у него фулл хп? А, у него 10 хп осталось. В смысле 10? Надо, а, он у него захилилось сифоном, что ли? Нет, у него 10 хп было. А, у меня забагалось. Я ему не дал ничего. Ой, он отлетел просто. Ну что за тип? Ну что за люди играют? Да, он реально умер. Он же, да, он просто все, он отлетел. Все, он отлетел. Он сразу же умер. Капец, ну ты прям жестко, тащил, я прям переживал. Я старался. Блин, красава. Я не знал, на какую кнопку у меня стены, я стою, что я придурок, просто смотрю. Я видел, да, как поставит? Он еще долбит, я думаю, сейчас... Сука, да я думаю, да когда ты уже сдохнешь, падла, ну в смысле, ну столько хп просто. Ты уже и аптеку фулл захилил, у него все равно хп, откуда оно у него было? Чё за бред? Да, причем он сам не хилился. Не надо было тянуть время, что-то я что-то затупил, не надо было открываться под него. Я хотел именно убить сам уже. Что ж, прямо сейчас в Fortnite сезончик Marvel, и у меня, ребят, для вас крутая новость. Я хочу, чтобы вы обязательно заценили нашу карту Wolverine FFA. Это режим сражений, где каждый сам за себя. С обилием ганов, хранилищем и всем, что нужно для того, чтобы весело провести время с друзьями. А еще там можно прокачивать свой рейтинг, поэтому у меня для вас челлендж. Апнуть Unreal. Кстати, ПТС начисляются не только за киллы, но и за время, проведенное в игре. Так что, если получится, скидывай скриншот под этот пост в нашем ТГ-канале. Ну и заходи на карту по коду, который видишь на экране, либо пиши в поиске Wolverine FFA. Ну тут сундук есть. А, вот здесь он не заспаунился, кстати, да, то есть они не 100%. Так, ну вроде бы вот здесь, да. Так, воитель есть, найс. Найс. У меня пока просто обычные сундуки, ничего пока нет такого. Ого, мне выпало из одного сундука и воитель, и ранец. Ооо, имба. На тебе ранец, забирай пока. В принципе, у меня тут все есть, кроме ранца. Где-то еще здесь, по-моему, должен быть сундук. А вот я не помню, просто да. Я еще с ранцем не до конца разобрался, как с ним нормально летать. Ну, для того, чтобы приземлиться, нажимаешь контур, чтобы взлететь, два раза пробил просто, и все. То есть тут... Если ты вот летаешь невысоко, тоже, опять же, Ctrl просто нажимаешь один раз, и все, и ты приземлился. И даже с неба, если ты падаешь, ты ну, понял, да, когда ранец заканчивается, ты урон не получаешь. Да, да. Еще один воитель я нашел, и все. Это последний сундук был. Пошли в сторону, наверное, туда вот, в сторону локации, опять же, где есть что-то. Давай рафт, давай на рафт. Мне кажется, на рафт. Но я хочу на рафт. А, давай. Там прям друг друга все поубивали, слышишь? Понял. Ну я готов. Можем туда полететь. Полетели сюда. Один нокнутый здесь на мне. Вижу. Я его добил. Вот здесь. Там бот. Здесь одного убил. Вижу. Так, подожди, еще. Хорош. Вот. А, это бот. Ну, естественно, они мне... Боже, сколько они дэмэджа наносят, это жесть. А, хилится. Вот, взлетел же над тобой прям. Ну, я реально не вижу, просто глухой играю, извиняюсь. Почти нокнул. Еще один вот. Я хилюсь. Блин, а все, у меня закончилось. Дал чуть-чуть. 25 белый. Под белым дал ему. О, давай разрушим их. Давай их разрушим просто с этих, своих. У меня еще чел меня пайтит. У меня еще вот здесь чуть выше вот. Вот. Там оба. А, у него там нокнутый лежит, слышишь? Да, я говорю, там двое. Одного добил? Или убил? Добил, да. Добил. Пойти помогай дальше. Он вылетел? Он вылетел. Дал. Он с пистолетом, осторожно. Блин, не проходит урон. Ну, он белый, погоди, он белый. У него белый. Один. Я понимаю. Ура, попался, неужели? Попался, у него ранца не было случайно, не? Без ранца, конечно, тяжело. Безранцевый. Не надо. Челы? Я слышу, там файт какой-то, да? Вот.
Летает, летает, на тебя не летит. Нокнул, найс. Хорош. А тут есть тип? А, вот тиммейт. Ну вот он, отлетел, он за лянь, летает. Он на дереве сидит. Белый? Пару хитов, найс. Попался, найс. Все, у него ранец был, да? Угу. Заберу. Ну таки прикольно, когда один, ты будешь ломать билды, а я буду стараться продамажить именно со щита. Давай, что давай. Он прям хороший урон дает. Окей. Банально туда куда-нибудь. Так, ну тут смотри, два медальонщика сейчас отсюда будут выходить с метки. Что-то они там это телятся. А, вот там как раз таки, да, вот эти люди, которые с медали были. В локации еще файт. Вон он. Вижу. Сейчас мы его воителем встретим. Или щитом. Ой, там мужики еще, бля. Вижу. Блин, я киркой машу, просто понял. Одному 70. 120. 60. Одного бот нокнул вообще. Я его щитом убил. Ты двоих развалил? Да. Это боты, прям боты много дамажат, если что. Да, а это уже не бот. Еще вот здесь один. Подожди, не спеши. Сейчас другие типы еще подожди. Ай! Сука! Он на меня летит! Белый? Одного нокнул? А второй почему-то меня турит. Белый? У меня один хп тут. У него белый. 50 по белому. Запусти ракету на него, не? Застроился. Смотри аккуратно, у меня хп нет, если что. Я хилюсь. На тебе миников, возьми миники. Запей. Быстрей. Запей миники, захилься, пожалуйста. Сейчас он забьется. Давай. Другие тулят. По мне этот работает еще. Давай, его надо добить. Блин, а че он? Как он скрылся вообще? Как он смылся от нас двоих? Ну он очень белый ушел. Ну да. И у нас такая же проблема. Пошли на хил автомат. Пошли. Туда вот. За мной. Куда? Наверх, да. Сколько там может по дому нормально? Ну да, так в зону надо. Окей, гол. А вот тут типы, аккуратно. Где? Вот тут типы. Там ну их нахрен вообще, давай дальше. Окей, я дальше еду просто. За нами еще машина едет. Я тоже в машину сел. Посмотри, что там происходит на хайраунде. Офигеть. А туда долетит вообще? Нет, оно там, наверное, очень далеко будет. Не, они не долетают. Займем здесь? Как раз зона, смотри, где зона. Давай вот сюда вообще займем. Можно. А они уже все, они уже работают по тебе именно. И под тобой еще тип какой-то. Че, ты хочешь сюда на хайраунд? А там нет зоны вроде. Но все равно это ближе будет в зоне, чем мы сейчас. Давай. Тут типы еще, смотри. О, по мне ракеты уже работают. Вот эти? Внизу. За камнем с ракетами внизу. А че все эту штуку юзают? Блин. Да. Это не челлендж, по сути, а имба новая. Новая мета, да. Так, я тут запьюсь, захилюсь. И что тут физ есть, фул? И воитель. Понял. Ну, уже не фул. Я его забрал. Так, у нас где-то эти, слышишь? У нас где-то медальончики. Или под нами, или челы летают. Вот. Вижу. Не вижу. Вижу. Вот. Спрыгнул. Охереть, как он полетел. Ты видел быстро, как полетел? Да, это вот эти комбинации, которые ты рассказал, это вот она и есть. Шо, все такие прохаванные сразу? Мне помощи надо сейчас. Ага. Вот с этими двумя. Слава к этому. Ну это трэш. Боже, как же много урона. Я хилюсь. Я ушел больше всего. Он там далеко еще типа. 130. Ну, убил. Нормально. 25. Ну это белый. Попробуй. 25. Еще. Просто выбивай ракеты без него все ресурсы. Ты в угол бокса стреляешь прям правильно, что все вообще ломалось. Его сбрили со стороны. Блин, тех бы типов. А вот тут еще. Пойдем в зону. Сломай дерево, можешь? Да. А вот они прыгают. Вот так все боксы. Это дулс, ты по сольнику там стреляешь, вот поэтому лучше по дулсу. Есть еще стены эти железные? Да, у меня 13 еще.
скинь меня, у меня просто ресов мало, я лучше простой нам в зону просто. Держи. Вышли. Они файтятся. Окей. Белый, один хп. Не попал, сори. Пролетел, они пролетают в зону, один. Нокнул. Хорош. Вот здесь один уже в зоне у нас, осторожно. 25. Unlock, он внизу. Найс! Блин, ну хорошо. Это такое, да, это такое жесткое. Это даже не челлендж, это мета, блин. Такая мета, да. Не, ну на самом деле интересно. Ну прикольно, да.